Привет, с вами Fashion TV и я, Кристина Орса. В преддверии главного весеннего праздника дизайнер Анастасия Задорина устроила девичник. Гости первыми смогут увидеть коллекцию Prefall 2019. Образы бренда славятся своей элегантностью, изысканностью деталей и, конечно же, невероятной женственностью. Именно поэтому платья Анастасии Задориной блистают на всех светских событиях и ковровых дорожках. Очередная моя маленькая коллекция – это коллекция Prefall, которая была создана к весеннему настроению, к настроению 8 марта, к преддверию 8 марта. И хочется наших клиентов, наших девушек всегда чем-то радовать. Девочкам очень нравится, и я желаю всем нашим прекрасным девушкам, дамам, женщинам, чтобы их весеннее настроение было такое же красивое и позитивное. Настя молодец, я стараюсь не пропускать ее показы. И самое главное, что мне всегда не просто приятно выгуливать эти платья, потому что они сценические в основном. Бывает, платье надел, и тебе нужно добавлять к нему свое настроение. А бывает, что у тебя нет настроения, а ты надел платье, и ты королева. Знакома с Настей и с ее творчеством уже лет 5. Мы дружим, я очень уважаю то, что она делает. В ее силуэтах всегда есть восторг, есть риск. И такие платья, конечно, могут носить и должны носить женщины, которые очень в себе уверены. Я участвовала в различных показах Настюши еще очень много лет назад, даже, боюсь посчитать, 7, может быть, даже больше. Совсем была я юная и ходила по подиуму в кожаных таких изделиях, очень красивых. Потом мы с Настюшей подружились, стали общаться, и я стала приобретать некоторые ее такие на выход вещи. Это всегда женственно, это всегда модно, стильно. Сегодня я первый раз посетила бутик, и, конечно, я просто в полном восторге. Сколько красоты на 1 квадратный метр, можно сказать. Очень красивые, очень лаконичные, очень разные, разнообразные из платья. Впервые я побывала на показе 2 года назад. Это был показ красной коллекции, вот она за нами. И я была в таком восторге. Признаться, из российских дизайнеров я не знаю никого больше, кто бы делал такие красивые вечерние платья. Всегда, когда меня спрашивают, что больше всего понравилось в коллекции, я обычно отвечаю «все», потому что действительно все заслуживает внимания. Расскажите, как давно вы знакомы с брендом? Я знакома с 2018 года, когда Анастасия сделала новый бренд «За спорт», потому что мы ездили в костюмах «За спорт» на Олимпийские игры в Корею. Сегодня вам что-то приглянулось еще? Ну, знаете, я в таком интересном положении сейчас, что вряд ли мне налезут здесь многие платья, но тем не менее, вот одно подобрали. Ну, Настя Задорина – это для меня вообще отдельный человек. Это моя ближайшая подруга уже много лет. Я очень близко знакома со всем ее творчеством, потому что ее платья роскошнейшие. Я ношу уже много лет. То есть это не год, не два и даже не три, а уже какие-то большие такие периоды времени. Потому что это все абсолютно трендово, модно, но в то же время индивидуально, уникально. Всегда готова оказать поддержку, поскольку бренд является олицетворением женственности, красоты, изящества и роскоши. Мне понравилось платье из новой коллекции, которое в ближайшее время я буду выгуливать. Я была на показе в Санкт-Петербурге. Анастасия Задорина проводила потрясающий показ в историческом здании гостиницы Four Seasons. Это был один из самых красивых показов в моей жизни, потому что было настолько невероятно изысканно, красиво. Я
я как фэшн-стилист все-таки знакома с брендом с самого его создания. Другой вопрос, что, наверное, несколько последних сезонов стали одними из самых ярких, да, в жизни бренда. И сейчас, правда, такое количество селебрити предпочитают бренд Анастасии Задориной на вечерние мероприятия, что, ну, приходится быть прям в теме, следить и, в общем, довольно часто обращаться к бренду за нарядом. Буквально за этой стеной шьется новая коллекция, которую мы не совсем скоро, если честно, представим. Несмотря на то, что неделя моды уже будет совсем скоро, вот, потому что мы, могу сказать такой небольшой секрет, немножко поменяли концепцию, вот, и я хочу что-то сделать другое. Какие будут пожелания, Анастасия? Всегда ловить вдохновение, любить то, что Анастасия делает, и то, что у нее потрясающе получается, и, конечно же, радоваться жизни. Находить все больше почитателей в лице москвичек, и не только, по всей России. Вот, не знаю, возможно, расширять горизонты, расширять границы, выходить на международный рынок. Чтобы всегда шла в ногу со временем и не теряла в себе вот это вот дар творения. Это очень важно, это талант, и его нужно беречь. Люблю тебя, желаю успехов. Очень хочется, чтобы ты была счастлива, чтобы ты была любима. Потому что когда женщина любима и любит, ну, ее творчество, ее талант играет совершенно другими палитрами. А пожелание не останавливаться на том, что уже сегодня есть, на достигнутом, развиваться дальше, расширяться. Не терять творческого вдохновения и продолжать радовать нас красивыми изделиями, делать женщин женственными. Ну и, конечно же, лично Анастасии, личного счастья. Отличительной чертой коллекции стали универсальность и многообразие цветовых решений. Струящийся шелк в насыщенных цветах и лаконичный декор из кристаллов подчеркнул женственность моделей. Гости бренда угощались коктейлями, обменивались впечатлениями от новой коллекции и с удовольствием примеряли представленные в шоуруме эксклюзивные платья. А с вами была Кристина Орса. I love Fashion TV. 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 We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.